В Казахстане внедряют новые инструменты поддержки сельского хозяйства. Программа льготного кредитования молочно-товарных ферм уже приносит первые результаты. С подробностями мои коллеги. Льготные кредиты для фермеров. Животноводы Павлодарской области одними из первых воспользовались возможностями госпрограммы РЫС. Говорят, что благодаря ей разводить скот станет выгоднее. Было взято 53 миллиона, из них 34 потрачено на скот и на закупку техники, именно молочной линии и танков-охладителей. На данный момент закупили скот, и в ближайшее время будет построена новая база. Мы взяли кредит, получается, под 11%, из них планируется, что государство будет субсидировать 7%, то есть наши остаются 4%. Ну и, конечно, будем надеяться на инвест-субсидии, которые выделяет Казагромаркетинг, потому что ту технику, которую мы планируем купить, тоже также будет субсидироваться на 50% стоимости. В Аксузском районе, где расположена ферма, интерес к госпрограммам проявляют не только животноводы, но и овощеводы и зерноводы. Все государственные программы практически наши жители используют, начиная от мелких кредитов предпринимателям для начинающих животноводов и кончая вот программой и СВАГА, и Джайляу. Во всех программах наши жители участвуют. Благодаря программе РЫС в Казахстане планируется за 6 лет создать около 800 молочных ферм и полностью обеспечить страну отечественной молочной продукцией. Юлия Жень, CCTV, при содействии телеканала Казах ТВ.